Всех приветствую на моем канале. Спасибо большое, что смотрите очередное видео. Сегодня я хочу поговорить с вами, вернее, не поговорить, а сделать просто быстрый обзор на протеин. Один из самых популярных протеинов на рынке, я считаю. Сейчас посмотрим. Ну, как я считаю, я знаю просто. Это Gold Standard, да, протеин. Американский. Я знаю, что в странах СНГ, в России, в Беларуси данная марка очень популярна, к сожалению, популярны и подделки, так что будьте очень внимательны. Многие магазины, я знаю, выставляют такую оригинальную банку, чтобы показать им, как выглядит оригинальная банка и подделка. И подделку. То, что я видела, все подделки были вообще какие-то низкие банки, плоские. И за счет того, что они низкие и плоские, вот эта часть, да, само тело банки, оно такое прям как овальное, действительно. Так что будьте аккуратны, остерегайтесь подделок. Ну, да, дело не в этом. Я не буду говорить о том, зачем вам протеин, почему и как его принимать. Я думаю, что вы и так без меня знаете. Я же просто иногда, можно так сказать, балуюсь в качестве вкусняшки протеином. Вот. Поэтому мой обзор будет очень субъективный. Ну, может быть, он кому-то и поможет. У меня протеин молочный шоколад. Вот, если честно, выбирала не я. Поэтому я бы выбрала какой-нибудь экстра шоколад, но не молочный. Ну да ладно, дело не в этом. Итак, у нас в одной порции, порция составляет 32 грамма, содержится 120 калорий, 24 грамма протеина, 5,5 грамм БЦА. Так что имейте в виду, и 4 грамма глютамина. Банка достаточно большая, здесь 71 порция рассчитана, так что вам хватит надолго. На оборотной стороне вы можете почитать, как использовать протеин, именно рецепты, да. Вот мне очень понравилось, что здесь пишут, добавляйте не только в смузи, но будьте креативными. Добавляйте в выпечку, добавляйте в вашу кашу с утра, допустим, в йогурт. Эта идея очень хороша, потому что многие до сих пор, мне кажется, используют только протеин как шейк, да, максимум добавляют в смузи и ничего лишнего, ничего более, к сожалению. Ну, как-то скучно. Так, итак, мои впечатления о этом протеине. Для меня он очень сладкий, безумно сладкий просто. Если брать только этот протеин, ничем его не разбавляя, да, то есть, допустим, разбавить водой, либо разбавить молоком, то он просто для меня, это как съесть 10 ложек сахара, действительно. Я оставлю линк, ссылку внизу на мое видео с iHerb с покупками, и там был пробник протеина. Я уже не помню название его, он ванильный. Вот он мне понравился безумно. Он сладкий, но в меру. И он очень вкусный. У него такая, когда делаете, я делала, добавляла его в блендер, да, с молоком просто смешивала. И с бананом, по-моему, немножко банана, да. Он получился такой воздушный, такой взбитый. Я такой структуры, если честно, ну давно уже не видела. Он просто, просто красота. Очень вкусный, поэтому обратите на него внимание. Он тоже молочный, сывороточный протеин. Никакого там растительного протеина нету. Поэтому, если вы принимаете протеин, да, сывороточный, то обратите на него внимание. Я думаю, что стоит, реально стоит обратить внимание. И там очень тоже мало всяких добавок в него входит. И мало сахаров достаточно, поэтому всем советую, от меня лично лайк, мое субъективное мнение. Да, ну что еще насчет этого Gold Standard протеина сказать, что шоколад, вот у меня шоколад, да, молочный шоколад, и шоколадный вкус чувствуется, да, но это скорее даже не шоколадный вкус, и не молочный шоколад, это как какао, какао из детства, когда вы приходили в столовую и получали горячие стаканы обжигающий какао, вот это такой вкус. Поэтому сказать, что шоколад, тут, конечно, в ингредиентах написано, что добавлен какао именно, да, но так как здесь добавлены еще всякие подсластители, то вкус такой, какао реально из детства, ребята. Вот, будьте аккуратны, тоже здесь в ингредиентах есть мальтодекстрин. Так что, кто там очень такой у нас обращает внимание на ингредиенты, то имейте в виду. Ну и также, конечно, не предупреждают, что данный протеин содержит молоко, ну, конечно.
да, и сою. Так что будьте внимательны. Если у вас есть на сою какая-либо аллергия, либо непереносимость, то, пожалуйста, аккуратно. Вот. Ну, храните, как всегда, в каком-нибудь лучше темном месте, в прохладном достаточно, да. Не храните, безусловно, в холодильнике, не храните, я не знаю, рядом с печкой какой-нибудь, да, обогревающей. Вот. Вот такой обзор, очень непрофессиональный, но мне так нравится, не знаю. Надоели эти заумные речи на Ютубе, я вам честно хочу сказать, вообще. Заумный обзор вы посмотрите на другом канале. Вот. Наверное, все. Оставим в сторонку. Попрощаюсь с вами культурно. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот. И всего вам хорошего. Пока-пока.